Окончание навигации для маломерных судов по направлению Якутск-Нижнебестях ожидается 10 октября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Паромная переправа Нижнебестях-Якутск ориентировочно будет закрыта 23-25 октября. На сегодняшний день обстановка по этому направлению стабильная. Паромы, маломерные суда работают в штатном режиме. При скоплении транспорта и для соблюдения порядка безопасность обеспечивают сотрудники ГАИ. В настоящее время, пока погодные условия позволяют работы паромной переправы, ну и в зависимости от погодных условий будет установлена дата закрытия паромной переправы. Ну это одно хотелось бы сказать, пожелание к нашим водителям, которых мы все-таки оберегаем, в то же время с их стороны, чтобы нам было оказано содействие в плане соблюдения правил дорожного движения, а также при погрузке быть вежливыми между друг другом.